С 2006 года в Каспийске в уютном небольшом помещении открылся городской краеведческий музей. Его основателем был заслуженный работник культуры Дагестана Рамиз Дагларов. 17 сентября в 2022 году организация переехала в более просторное и светлое здание, расположенное на берегу моря. По словам представителей музея, такое решение позволило увеличить количество экспонатов, а также масштабировать проводимые мероприятия. Переезд музея был осуществлен благодаря руководству города, руководству Росгидро, которые предоставили эту площадку в разы больше, чем прежнее место музея. В рамках национального проекта «Культура» приобрели в 2022 году музейное современное оборудование, витрины, архивные стеллажи, специальный стол сенсорный. Сенсорный стол удобен тем, что каждый посетитель может самостоятельно посмотреть информативные видеоролики и фотографии о Каспийске, его достопримечательностях, культурном наследии, а также знаменитом заводе «Дагдизель». Визитной карточкой музея с недавнего времени стала и военная форма почетного гражданина города Германа Кириленко. В дар музея был передан генеральский костюм Германа Васильевича Кириленко, нашего почетного гражданина города Каспийска, и также его ордена и медали. Помимо этого, здесь также представлена форма военнослужащего Каспийской флотилии, который принимал участие летом прошлого года в специальной военной операции Вячеслава Чепилова. Историю основания города и развития муниципалитета посетители могут отследить и по тематическим баннерам, а также экспонатам, число которых насчитывает около 150 штук. Также имеются и порядка 1000 фотографий и документов. Стоит отметить, что в музее регулярно проводятся интеллектуальные игры и выставки, а также всероссийская акция «Ночь в музее». Руководство организовывает мероприятия для школьников, детей-сирот и людей с ОВЗ. Для инвалидов здесь созданы все условия. Также могут посетить люди с ограниченной возможностью здоровья. Периодически проводим экскурсии для инвалидов. У нас установлен специальный пандус для инвалидов. В настоящее время краеведческий музей объявляет акцию «Подари музею экспонат». Любой неравнодушный гражданин может передать в дар предмет, который относится к истории первостроителей, участников Великой Отечественной войны и истории завода «Дагдизель». Любую интересующую информацию об акции можно узнать в музее по адресу Халилова, 5.